Наступает лето, а это значит, пришел сезон особого класса авто – кабриолетов. В это время года они, что называется, в своей стихии. Эти машины эффектны и привлекательны. Их владелец никогда не окажется на дороге незамеченным. Давайте разберемся, что из себя представляют современные варианты и каковы их технические характеристики. Рассмотрим три модели разных производителей, официально представленные в России. Начнем с немца. Audi A3 кабриолет поставляется в Россию с двигателем 1.4 турбо. Базовый мотор развивает скромные 125 лошадиных сил и обеспечивает разгон до 100 км в час за 10 секунд. Эта версия явно не претендует на спорт, но зато порадует экономного владельца. Средний расход 5,3 литра. Мягкая матерчатая крыша автоматически раскрывается за 17 секунд и складывается за 18 при скорости до 50 км в час. Цена от 1 810 тысяч рублей. Следующий вариант – Jaguar F-Type. Базовый двигатель имеет 3-литровый объем, мощность 340 лошадиных сил. А вот это уже серьезная заявка на спорт. Разгон до сотни 5,3 секунды. Заявленный расход 8,4 литра. Крыша, выполненная из композитных материалов, автоматически опускается или поднимается за 12 секунд при скорости до 48 км в час. Цена британца от 5 782 тысяч рублей. Теперь Porsche. 718-й Boxster оснащается мотором 2.5 турбо и мощностью 350 лошадиных сил. Но это топовая комплектация. Базовый мотор 2-литровый, мощностью 300 лошадиных сил. Разгон до сотни 5,1 секунды. Средний расход 7,4 литра. Тканевый мягкий верх автоматически открывается за 9 секунд при движении до 50 км в час. Цена автомобиля от 3 688 тысяч рублей. Итог. Разброс цен очень большой, что неплохо. Самый доступный Audi вполне может стать вашим первенцем в этом классе. Jaguar дорогой и престижный. Ну а Porsche признанный спортсмен. Выбирая кабриолет, помните, эта история абсолютно летняя, а значит, он не может быть единственным автомобилем. Для остальных времен года нужна машина с совершенно другими характеристиками и возможностями, пусть и не такая красивая.